регионе, кто поддерживает тоже спорт, дали разрешение на проведение тренировок, игр. Вот в таком формате мы пока работаем. Тренировки для детей, для взрослых. Может любой желающий прийти и позаниматься. И также может арендовать площадку. Мы выписываем чек, и по чеку человек оплачивает нам, и мы через самозанятость. Больше народу, соответственно, у нас приходит во второй половине дня после работы. С 4 часов вечера, будние дни. А утром мы занимаемся детьми. Ну, воспитываем новых чемпионов, потому что очень хочется, чтобы были новые лица, новые имена, и именно они, чтобы ходили из нашей любимой республики, и в том числе, в частности, Казани.